В Америке тебе придется начинать все сначала, справиться. Ну не сначала. Основа хорошая заложена, его знают там и ждут, и попросила даже временно поверить. Говорит, чем будет лучше, если он приедет, чем быстрее, тем лучше. То есть где-то в августе мы планируем, что он уедет туда. Он многих знает, начиная от Конгресса, от администрации, заканчивая Госдепом и другими департаментами. Поэтому не надо будет вникать долго в курс дел. Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы детально потом еще обсудим, и через министра я передам некоторые вещи. Нам нужна будет поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в сфере финансовой, в связи с этим коронавирусом.